Барух Бокертов, доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем законы кидуш на Песах. Написано, им хамикадеш мегамген белешоно вейном вате ефе это носах берката кидуш. О, шоу более милим. Если человек, который говорит кидуш, да, главный человек, то есть глава дома, говорит кидуш, но этот человек, он немножечко не выговаривает слова. Или же глотает слова, неправильно говорит буквы, да, ну, не может правильно читать. Что нужно делать? Заикается. И то же самое, если человек... Или заикается, да. Заикается. It's not his fault. И очень интересно, что если даже человек не может выводить из мицвы, то есть главное не только для себя прочитать, но тоже вывести всех других. И он не знает этих законов, да, но он глава семьи. И он говорит кидуш. Что нужно делать? Не нужно говорить, you sit down, я сделал, я знаю лучше. Нет. Дорогие друзья, вся идея Песаха, это отец рассказывает сыну. А что если сын, он большой талмид хахам, а отец, он ничего не знает. Что нужно делать? It doesn't matter. Галаха – закон. Отец должен рассказывать, чтобы сын слушал. Правильно. Это закон. Вся идея Песаха – это от отца к сыну. Anyway. Если человек не может говорить правильно кидуш, то все должны, у каждого есть свой стакан, каждый должен про себя шепотом говорить каждое слово кидуша. И после этого уже даже амин отвечать не нужно, потому что на свою браха никто амин не отвечает. И таким образом человек пьет. Написано, «Ешев басаба иштет», после этого, как пить мы скажем, и человек тоже написано, когда говорит Шехьяну, мы должны говорить Шехьяну на кидуш, первый стакан, говорим Шехьяну. И когда мы говорим Шехьяну, мы должны тоже иметь в виду, что когда я говорю Шехьяну на кидуш, я тоже имею в виду это на мацу, на марор, и когда я говорю Шехьяну. То есть на эти две вещи я говорю Шехьяну. Маца, кидуш, это день, маца и марор. И написано дальше... Иште коса кидуш басева, конечно, мы об этом говорили уже, что человек должен выпить, облокотившись на левую сторону. Вейно царих леварих ахарав, и мы не говорим благословение после кидуша. Мы же много пьем вина, но после этого благословение говорим. Веймая мит ане ораев, если человек, он держал пост, или же проголодался. Человек проголодался, на Песах уже был занят туда-сюда, не успел покушать, да, тяжело было, тяжелый день. И не успел покушать. Пока начнут кушать, еще целый час пройдет после кидуша. Что нужно делать? Мутар лехол ахар кидуш пирот в орес о мацашира. Разрешается кушать после кидуша фрукты. Или же рис. Или же мацаш... Не, муцеш шаббат. А, да. Муцеш, почему? О, that's right. Но если ты человек голодный. Человек на шаббат, он покушал сюда шлишит до обеда, да? То есть в 10 часов покушал сюда шлишит уже утра. То есть, возможно, мы так и будем делать. Ах, лой, малек, хорасом, эгейм. Но человек, ну, попробовать можно, чтобы человек, он поддержать его, но чтобы живот нельзя делать полным, чтобы наесться, да? Почему? Потому что человек должен кушать мацу с большим аппетитом. Когда мы кушаем мацу, дорогие друзья, должен быть у человека... Аппетит, Баруха Дунай, Леолам, Амен.